Многострадальный литературный сквер по-прежнему не выходит из поля зрения некоторых ивановских блогеров. В субботу в Твиттере появились сообщения о том, что сквер, цитата, «курочит». Неравнодушный ивановец бил тревогу, называл это беспределом, звонил в прокуратуру и пытался добиться ответа от чиновников. Все бесполезно. Мы решили узнать, что за варварские работы проводят в Литсквере. Выяснилось, это часть обустройства общегородского места отдыха, начатого еще год назад. Асфальтированием дорожек оно не ограничивается. Вскоре в сквере появится освещение и лавочки. Все эти работы, они согласованы с жильцами дома и действуют, значит, и выполняются в рамках наказов избирателей. Значит, будут установлены декоративные места для отдыха наших с вами граждан. Еще раз говорю, то, что мы приводим уголок в нормальное состояние, с освещением, с достаточным количеством зеленых насаждений, со всеми удобствами.